Здравствуйте, потенциальные потребители оливье и мандаринов. С вами остановка Небритания, новогодний выпуск. Накануне этого прекрасного праздника с вами снова Тимур, Артур и Артур. Пусть ваши взгляды сольются у экранов телевизоров, как Артур с этим креслом. Вот давай теперь не будешь ты так вот мой прекрасный вид вот так вот брать и... Ты должен сразу признаться, откуда ты в таком виде сейчас пришел. Я с корпоратива пришел, я подрабатываю, да. Подрабатываешь работником ЖКХ, да? Да, не, у меня сзади написано МЧС, я вот именно... Сейчас у них такая форма, да? Да, да, новогодняя. Дед Мороз МЧСник. До 10-го у нас вот так вот мы одеваемся. А если серьезно, Артур провел свои каникулы в Лапландии. Как прошли каникулы? Как лапландцы, да, так скажем, они очень тепло меня встретили, несмотря на жуткий мороз. Угу. Вот, дали вот эту вот шубу, и я вот с ней пришел. Тимур, а каково было тебе в роли снеговика? Я оттаял. Оттаял? Я как бы оттаял и... Морковку принес? Это уже тайна моя, просто сохранится навсегда, что с ней случилось. Как раз за нашим столом не хватает моркованного салата, если я честно, очень надеялся... После... Январских корпоративов все выглядят именно как Артур вот сейчас. Почему-то ты заранее начал. Все прекрасно выглядят, ты это хотел сказать. Конечно. Представь, как он будет выглядеть 1 января. Давай скажем год чего будет, может кто-то не знает. Скажите. Просто год я как раз из тех... Нет. Барана. Чтобы понять, какой год, достаточно показать портреты некоторых людей. Да. Этим именем, знаешь, этим словом назвать. Я, кстати, в этих перчатках, в варежках пришел, мама как бы не отпустила, говорит, зима. Она тебе не говорила, что надо вот так вот продевать ее, чтобы ты в них был? Нет, мне отец дал, сказал, ну а что хочешь сделать? Ну, ты уже самостоятельный, придумай что-нибудь. Я что хотел сказать? Год овцы и барана же сейчас, правильно, ребят? Ну... А это значит, в этом году овцы, бараны будут на Курман-Байрам свысока смотреть на других животных, потому что их никто не тронет, у них как бы привет. Ты подметил как бы. Ну, пока вообще наш красный флешмоб такой сегодняшний, так и хочется увидеть в гостях Зюганова, но этого, кстати, не произойдет. Ну, это его даже Путин не видит. Давайте тогда начнем такую позитивную новость. Давайте начнем с того, что я вот это сниму, потому что мне уже в ней жарко. Это мы обычно под конец делаем. Ну давай, ладно. Он просто привык. Корпоратив... Под музыку и под деньги вообще, обычно. Вообще изначально он вылазит из торта. Потом начинает снимать эту вещь. Потом все говорят, какого черта ты залез на торт? И под затыльниками прогоняет меня обратно. Не, на самом деле, я как бы... Верни этому бедному мужчине в трусах этот костюм. Вон я отдам нашему режиссеру, который смотрит на меня удивленными глазами, без ничего. Причем он в этом ходит дома, как бы режиссер. Да, это его домашний халат. Он только что с ванной вот такой. Да, я вот так вот передам. Причем все большое. А шляпу не верну. Пока Артур привыкает к роли простого человека обратно, давайте обсудим первую новость. Я предлагаю. Хорошая новость, давай. Да. И хотелось бы, знаете, вот выбрал такую новость для вступления. Любовь. Вот. Чаще всего, которая под пожелание. Здоровье и любовь, да? Когда ты говоришь любовь, и на тебе вот этот вот шарф, то я боюсь за свое дальнейшее будущее. Так, забыли. Забыли. Надо поменять тему, это не шарф. Но в нем тепло все равно, что вы смеетесь. Итак, так все, заголовок. Так все оправдываются, кто это одевает. Зато в нем тепло. Ученые итальянского университета сделали невероятное открытие. Оказывается, частота зевания зависит не от степени усталости человека, а от того, насколько искренним является его чувства к окружающим людям. То есть зевает, значит любит. Вот так вот. Искренние чувства. Какое чувство? То есть это получается, что я всегда любил преподавателя по математике. На всех, причем своих уроках. На всех уроках. Я вообще всех преподавателей, даже преподавателя труда, значит, любил. Полюбливал. Потому что ты так даже не продолжал. Я вам скажу больше, преподаватель математики нас тоже любил. Ну,
Часто можно наблюдать картину, как в компании людей все по очереди начинают зевать. Британская телерадиокомпания BBC сообщает, что таким образом проявляется инстинкт человека, при котором согласие или симпатия выражается... Таким образом они оправдали свое правительство. В свете нынешних событий, мне кажется, что Дмитрий Медведев тоже, оказывается, был в кого-то влюблен. В Мишку. Медведев был влюблен в олимпийского Мишку. То есть, еще раз всем настоящей искренней любви. А любовь, само собой, ассоциируется, да, вот... С чем ассоциируется любовь? С сегодняшнего момента с зевком. Нет, не с зевком. На самом деле, друзья, я хочу вам сказать следующее. Раз мы уже такая тема, да, такая любовь, да, вот я вам хочу всем признаться, да, уже и всем нашим зрителям, что у меня вот есть... Не верьте ему! Есть неразделенная любовь к одному человеку, которого... Не смотри на меня так! Вот снял этот шарф! Это я просто отдел, я серьезно, ничего такого нет. Нет, это не к тебе, при всем к тебе уважении. Это к нашему гостю, которая сегодня с удовольствием пришла и посетила нашу остановочку. Неужели? А кто это? Расскажешь нам. У нас сегодня в гостях Анжелика Начесова. Браво! Я задыхаюсь от любви своей, задыхаюсь. Нет любви нежней, я не сумею забыть твои глаза и понимаю, это навсегда. Анжелочка. Привет, мои дорогие. Привет. Это мне? И тебе тоже. Спасибо. Очень рада тебя видеть. Спасибо, что ты пришла. У меня так вот, приятно. У меня а кто тебе сказал, что неразделенная любовь, кстати? Спасибо за перчатки, которые ты мне дала. Подожди, а как же я? Нет. Вы все, ребятушки, все абсолютно. Даже оператор, который мне подарил вот эту штучку. Заметьте, красный журавлик. Красный журавлик. Заметьте, наш оператор не работает, а делает журавлик. Жизнь моя, назови любимой навсегда. Мое сердце дышит для тебя, боль моя. Анжела, мы предлагаем тебе прочитать с нами некоторые новости. И первую тебе вот покажет Артур. Да. У нас вот по традиции гость всегда читает вот такую новость. Да. Я даже для тебя вот выделил красной пастой. С красной строки. Первая, да? Угу. Новость. Под руководством профессора из Ланкастерского университета Гордона Блэйра решила заняться установкой точек доступа Wi-Fi на овцах ферм города графства Конуи. Я правильно говорю? В британском Уэльсе. Представляешь, как сама по себе идея какая классная. Очень. Привлекает молодежь к овцам. Да, представь, вот молодежь прильнет к овцам и баранам. Это именно в этом году, который был. А у нас тоже, как бы, знаешь, многие бараны ходят по городу. Более того, они сидят за рулем. С точками доступа. Какие вы добрые. Кстати, таким же образом можно повысить популярность ДПСников. Не только город, этот год барана. Я просто представляю картину, как... И козы же тоже, вы забываете. Коза, прости. Твой год тоже. Я не знаю, может, вам ближе барана. А представь, вот этот... Овцы, да, вот с точками доступа ходят, и ты у них пароль спрашиваешь. Пароль один всегда, из двух букв. Причем вторая протяжная, да? Да, такая. Анжелика, как ты относишься к тому, что теперь можно Wi-Fi получать только от баранов? Понимаешь, в Великобритании остальное все есть из-за притяг. Чувствую, я скоро удалюсь со всех соцсетей. Я не знаю, бедные козочки, а козочки бедные. Как бы ее только это беспокоит. На самом деле, у нас же по улицам же не ходят бараны. А если мы вот на каждую кошку нацепим по роутеру, то у помоек будут собираться тинейджеры. Смотря в каком городе, подождите. Да, да, да. Помоечные тинейджеры. На самом деле, очень... Да, такие разные. В вашем городе каких больше всего животных? Надо от этого отталкиваться. Вот ты знаешь, вот у нас как раз таки вот как в Англии. У вас актуально, да? У нас как в Англии. Хорошо, понятно. У нас много оленей. У нас поэтому Дед Мороз часто отдыхает. Но у него же антенки как раз. У нас Дед Мороз живет. Вообще, я думаю, знаешь, это хороший метод для того, чтобы популяризация интернета. Да, на овцах вот Wi-Fi, на козах там к ним прицепить кое-куда USB-модемы, да, вот МТС, Билайн, не буду говорить. А вообще, да. И вообще на собачках, да, вот DSL-модемы прямо на проводах. Нет, друзья, давайте с этой новостью мы завершим и перейдем к моему самому любимому. А это... Эгоист. У нас есть рубрика. Да, она есть называется, рубрика. Мы название не дали, но условно называется «Свидетели ЕГЭ».
То есть мы задаем быстро вопросы гостю, он должен очень быстро на это ответить, вообще не думая. Да, это как бы посвящение. Да, и вот пока Артур радуется, чтобы разрушить это радужное настроение, давай... На Новый год что-то изменим. Мы, кстати, заранее договорились с Анжеликой, не буду скрывать. Вопросы мы будем задавать тебе. А задавать буду я. Да, а задавать будет Анжелика. Ты удивлен, Артурик? А мы нет. Посвящаем тебя в медитации. Так что? Нет, то, что я умная, в принципе, все знают. Я ему объясню, просто он не знает. Артур, так. У нас есть такая традиция. Мы приглашаем своих хороших друзей и задаем им быстро вопросы. Вы же понимаете, что после этого вы уже он не уже хороший. Он уже заикается. Артурик, ну а как? Ты должен максимально быстро ответить. Я знаю правила. Он всегда сам задавал. Так, очень серьезный вопрос. Постарайся побыстрее, да. Очень быстро надо. Артурик, я верю в тебя. Ты сможешь. Вот в ком? В них я сомнен, но в тебе. Прости, пожалуйста. Мне не так много заплатили, но... За нее стесняется. За нее стесняется ее платье, так что... И ваш диван тоже. Так, ну что, поехали? Поехали. Первый вопрос. Что бы сказал Шишкин, увидев конфеты Мишка Косолапый? Ну, он бы сказал, спасибо, Мишки Косолапыч, мы, в общем, к вам пришли сегодня опять, сегодня не приди, приди, потом, сегодня нет. Он всегда был немногословный, да. Любимый новогодний салат Ким Чен Ына. Чунь Цин Цай. Перечисли имена оленей Деда Мороза. Артур Кинчишов был там один. Он реально был там. И Тимур Джанкёза. И Безруков. Да. Что подарили на Новый год Майку Тайсону? Уши. Хорхилда. Настоящее имя Снегурочки, Артур. Ее зовут на самом деле Катерина Иванова. Я знаю, она с третьего этажа. Дай, пожалуйста, совет начинающим эльфам. Будьте бдительны. Вопросы придумала не я, так что я их просто зачитываю. В каком костюме был Николай Басков на новогоднем утреннике? Он был в Париже чужестранкой. У него все новогодние, по-моему. Он был в черкеске. В костюме чужестранки. Нет, он был в костюме черкески. Ага. Какой фирмы одежда Снегурочки? Дольче Холод. Так, нестандартный способ использования бенгальских огней. Ты что, я рассказал? Я ничего не знаю. Их зажигают, подкидывают и жонглируют, я не знаю. Ага. В какой позе ты встретил прошлый Новый год? Я стоял, слушал гимн Российской Федерации, друзья. Хотя бы... Он хочет отдохнуть немножко. Все, передохнул. Кто спит под елкой? Под елкой спит дядя Вася. Это личное. У нас как бы в семье есть тоже традиция. Сейчас очень серьезный вопрос будет, Артур. Соберись. Так. Какой стих прочитала Ксения Собчак Деду Морозу? Она зачитала «Нотр-Дам де Пари». Неожиданно. Да, она сказала. Он отверженный, к несчастью, читает стих. Судьбы отверженные. Не, она зачитала гимн Дома 2 стихами. И Ксюша Бородина. Да, и в конце они сказали все хором, мы счастливы. В конце стул убирается и веревка. Спасибо, друзья, что вы мне помогаете. Это еще не все, подожди. Какой фразой ты встретил 12 часов в прошлый раз? Я сказал горько. Так ты был на свадьбе? Ты был с дядей Васей? Реально было горько. И 7 бородатых мужчин посмотрели на меня криво, да? 333 вьетнамца были вокруг. Из чего сделаны софиты и блестки? Лёклик и Кавасика. Ну, это как бы... Не, очень мудрый ответ. Как называют людей, которые взрывают хлопушки? Нет, их называют... Их называют... Терафлю, да. Все замечательно, молодец. Браво, молодец. Наконец-то ты посвящен. Ты справился, Артур! Умница! Ты посвящен вне Британии. Я вам это никогда не прощу. Будущий год, твой год! Анжел, вот я знаю, вот много курьезных моментов у тебя случается вот во время концертов. Вот да, я даже объясню причину. Я купил пакет лепестков роз, хотел тебя встречать ими, но почему я это не сделал? Да. И вот можешь рассказать об этом случае, что произошло вот совершенно не там. Особенно для тех, кто не знает. Особенно для тех, кто не знает, я могу даже показать. Так. Ух ты! Видео. Короткометражку. Чисто мне, можно вот как бы не знаю. Да, чисто тебе. Ты один сейчас будешь смеяться.
короткометражное видео от Анжелики Начесовой. Это вот ее первая работа в кинематографе. Я не смог не засмеяться. Ты заранее, по-моему, начал смеяться. Я начал смеяться, когда ты упал, но он прослезился наоборот. Не каждой звезде падается в лепестки роз. Так скажем. Ты упала, как звезда с неба. От этого мне, конечно, не больнее не стало, но... Представь, сколько влюбленных желаний загадали, когда ты упала. Звезда упала, загадай желание. Представляешь, как смеяться? На концерте 800 человек сидят. Успели. Я думаю, что никто не успел. Я так знаешь, молниеносно упал. Смеялась Лилу за кулисами. Да, она громче всех. А я, более того, она смех... снимала. Не, снимала не она, но ее смех я слышала. И еще смех Биштова слышала. По крайней мере, ты открыл себе новое хобби, каскадер, новая профессия. У тебя, как у Джеки Чана, появятся неудачные кадры с концертом. Это тоже пиар. Я знаю, что... Все очень даже, ну, благополучно сравнительно все прошло. Ну, да, несколько ушибов, да, слава богу, что не было ни переломов серьезных. Расскажи, что произошло там. Ну, просто до моего выхода один из участников шоу «Экспресс-артист», там, где мы выступали, сделал предложение своей девушке. Вот, а все участники, когда она сказала «я согласна», они начали кидать на них лепестки роз. И эти лепестки роз так остались на сцене. Я надеюсь, что вот это вот падение... в их семье будет единственным падением. Давайте поздравим этих молодых людей. Чтобы они не были, мы вас поздравляем. Счастья! Счастья! Я их очень долго вспоминала. Я очень рад. На следующий день особенно. А тебе мы хотим пожелать, чтобы каждое твое падение сопровождалось еще более таким взлетом. Да, пусть это... Спасибо. Пусть это будет самое серьезное падение в твоей жизни. Спасибо, мои хорошие. Спасибо. Не, на самом деле, ты сможешь играть в футбол, ты теперь научилась делать подкаты. Они все футболисты умеют это делать, тем более российские. Ну, обращайтесь. Прошлой ночью я не спал, потому что я... Неожиданный факт, просто ни с чего. Потому что я бродил долго по профилям, по аккаунтам, в частности, Тимура, и набрал фотографии новогодние, именно вот смешные фотографии, которые можно будет обсудить. Вот первая фотка как раз 1 января, Тимур Джангиозов. А я, можно я увижу? Да, это был как раз тот момент, когда он потерял бритву. Я очень... Тимур, почему ты весь костюм не одел сегодня? Только шапочку. Просто, а там шапочки нет. Просто он мне тогда был как раз, сейчас он мне большой. Не, очень клёвый кот. Давайте пойдем. Да. Я такой. Такая вот... А где здесь Тимур? Трагическая фотография. Я должен предупредить Анжелику, что не все фотографии про меня там как бы... Это не, он. Мне кажется, это называется фотография, называется «Начну жизнь с чистого листа». Папа в лунке. Папа ни при чем. Папа в лунке. Идем дальше. Поехали. Тут у нас много. Это Барак Обама. Он не до конца Барак еще вырос. Видим, что ноги выросли. Если можно рука. Приглядеться, то видна рука Жириновского. Вот тут вот буквально он вообще. Перевернулся. Это вот рядовая американская добрая семейка. Обалдеть можно. Нет, это этот. Это дагестанская свадьба. Серьезно? Да, дагестанский Новый год. Поехали дальше. Так, это... Это что, черепашка? Это никто не заметил, что я Рафаэль. Ты еще имена их помнишь, боже мой. Конечно, он знаток искусства. Причем про Рафаэля я говорю человека слева, вот этого, в сером свитере. Новая форма в школе. Подожди, давайте, знаете, что я сделаю? Давайте вот узнаем, насколько Анжела Начесова знает этих супергероев. Кто это такие? Боже, лучше меня не спрашивать. Давай, собака кто? Это какие-то современные, я не знаю, вот этот даже не похож. Ну давай, твой вариант. С буквой R кто такой? Вот. Зеленый с буквой R. Не, никто не знает, да, кто это такие? Как бы это партия ЛДПР. Вот это больше похоже на истину. Обратите внимание на те крошечные носки над камином. Мне кажется, это они принадлежат собаке. Поехали дальше.
Не рассказывайте мне стишок, я вас умоляю. Прикинь, это вот это вот. Лесу ради возьмёшь! Необычный Новый год. И пульс, и деду пульс щупает, как бы. А вроде еще есть, можно продолжать. Все еще живой, давай, следующий. Мне кажется, они всем уже давно рассказали стихи. И ждут подарков. Уже 20-й. На самом деле, Дед Мороз в обмороке просто. Это Дед Мороз во власти эмоций. Анжелика, а как думаешь, это кто? Готические снегурочки. Это афиша сериала «Великолепный век». Новая версия, да, какая-то? Давайте пойдем дальше. Что это, Анжелика? Это настолько страшный фотограф, что как бы невозможно. Я не знаю, мне кажется, им сказали что-то представить себе. Они мне кажется, в этот момент вылетело. Мне кажется, вылетела не птичка, что-то другое. Что-то другое, они все испугались. Это город засыпает, просыпаются вьетнамец. Новая мафия. Мне кажется, с них сняли 3D-очки просто неожиданно. Нет, на самом деле, я думаю, что очень позитивная фотка. И пусть у них у всех закрыты глаза, зато открыты их сердца и улыбки. Пусть у всех, так у всех будет вот такой вот такая вот фотография в Инстаграме. Да. А я уверяю, что мы обязательно все вчетвером сделаем себе такое. Точно такое же, да. Давайте такое. Да. А давайте прямо сейчас сделаем, что давай. Нам мешает. Я хочу сделать. Просто добавить. Кто будет вместо пускай тоже на наши корейцы. Все, на наши все. Всего я кореец, да, хорошо. Вот будет. Так же глаз приоткрою. Я буду улыбаться. Мне нужно почернеть срочно. Срочно. Ты думаешь, сильно отличаешься? Это вот. Давайте, друзья, мы будем. Дискриминация азиатов мне не нравится, как в нашем эфире. Давайте все закрываем. Закрывайте глаза. Я их приоткрою. Друзья, и вот такой вот красивой фоткой, которую я похвастаюсь своим друзьям в Инстаграме, я предлагаю перейти к финалу. К сожалению, нам вот с тобой надо прощаться, очень не хочется, потому что, не знаю, вот, ну прям, так и бы не отпускал бы тебя. Да. Ну, я такую большую роль сегодня сыграла. Да. Я улыбалась над всеми вашими шутками. Давай. Надеемся, что и зрители также отреагируют. Но до Нового года осталось совсем уже ничего. Не получается, что мы в следующий раз, дай бог, уже увидимся в новом 2015 году. И вот хотелось бы на этой позитивной ноте, да, вот спеть песню. Мы позволим немного откорректировать. Ну как текст. Мы? Он позволил себе. Он себе вообще, много позволяет. На мои творения. Да, и немного откорректировать текст. Это слова на твою песню, которая называется «Ты меня забывай». Вот так вот. И возьму вот этого своего черного друга. Теперь нас четверо здесь, друзья. Есть. Всегда так говорит. Черных парней. Праздник, музыка льется, и сияют глаза. И с улыбками тосты поднимают друзья. В этом праздничном танце пусть закружатся все. Кто-то будет пытаться, а не уснуть в оливье. А ты меня поздравляй, мой добрый дух, с Новым годом. И счастья мне пожелай под шорох черной икры. Я поздравляю всех вас, пускай ходят невзгоды, легко любимый Кавказ. Ночь до самой зари. Мы все вместе, а ты меня поздравляй, мой добрый друг, с Новым годом. И счастья мне пожелай под шорох красной икры. Я поздравляю всех вас, пускай ходят невзгоды, легко любимый Кавказ. Всю ночь до самой зари. С наступающим Новым годом, друзья!